Зареченскую малышню теперь не выгнать из детской поликлиники. Карапузы полюбили очереди к врачам после того, как в медицинском учреждении установили детский игровой комплекс. Эти яркие веселые домики украсили детскую поликлинику. Дети охотно и с большим удовольствием играют в них. Некоторых родители даже с трудом домой забирают. Рассказывают, здесь даже был случай, когда мамочка не смогла уговорить своего ребенка выйти из яркого пластикового домика. Пришлось звать на помощь папу. Несколько элементов игрового комплекса установили перед прививочным кабинетом. За играми в прятки и догонялки ребятишки теперь не успевают пустить слезу перед уколом. Вот и 4-летний Егор, разыгравшись, решил проверить ровесников на сообразительность. Ходит водой, белый тишет, топает ногой, только тишки идет. Всего в детской поликлинике установлено 3 пластиковых домика и качели. Подарок медицинскому учреждению, а самое главное маленьким зареченцам, сделала городская администрация. Наталья Елистратова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».